Я без всяких вступительных слов хочу просто ответить на ваш вопрос. Это дает нам возможность. И наша позиция хорошо известна и нашим партнерам в мире, и Северной Корее в частности. Мы против и считаем это контрпродуктивным, вредным и опасным. Нужно возвращаться к диалогу с Корейской Народно-Демократической Республикой, прекратить ее запугивать и найти способы мирного решения этих проблем. Большое вам спасибо. Всего хорошего.